Значит, продолжаю исследовать проблему этого жесткого диска, который не видит ни комп, ни BIOS даже. А, подожди, BIOS-то его увидел. Ну-ка, давай проверим. Вот он, BIOS-то его видит. Вот он. Вот у меня три жестких диска. NVMe. Я его ставлю запускающим. Потом вот этот VDC на терабайт. И вот этот P1 ST. ST там. Только запомню этот номер. ST-350-041. Вот на нем должно быть то же самое написано. ST-350-41. Вот он. То есть его BIOS увидел. Соответственно, диск не совсем мертвый. Вот, принесли мне его, сказали, что он не рабочий, никто его не видит. Принесли какие-то компьютерщики. Ну, посмотрим, что я, любитель, смогу сделать с этим совсем. Вот, ставлю обратно запуск с SSD-шника. Залетаю в винду. Сейчас вам тут покажу тоже. То есть вот он подключен, BIOS его увидел, а винда его не видит. Вот, и, соответственно, его никак не отформатируешь. Кстати, я показывал, как делать через администрирование. Вот здесь вот заходите. Администрирование. Потом прыгаем. Прыгаем в... Где она? Господи. Управление компьютером. И в запоминающее устройство. Вот. И здесь он есть. Ура! Вот его не было, кстати. Значит, что я сделал? Я его подключил основным, а до этого он здесь даже не появлялся. То есть я его подключил основным, комп его сейчас увидел. Сейчас мы попробуем создать по простой том. То есть, если что, я бы это делал через специализированные программки, через BIOS. Но сейчас, похоже, окажется все легче. Чувак, компьютерщик, ну как бы это самое, так сказать. Так, форматирование идет. Завершено. И диск здесь. Вуаля. Товарищи, аплодисменты. Давайте попробуем на него что-нибудь закинуть. А потом его попробую еще проверить. Так, закинулось. Все. Все нормалек. Все нормалек. И так, а прыги у меня тут, по-моему, нету. Так, давайте, как она называется? Ну, это в следующем видосике, а то много вам слишком вкусняшек.